Она больше года бегала от нас по пустырю. Мы не могли ее поймать. И вдруг она приползла сама. Это просто страшно. Запах, собака гниет заживо. Когда глянули, что у нее, срочно отвезли к врачу. Ребят, предстоит операция, нам предстоит лечение. Помогите, нам необходимо ее вылечить. Необходимо ее спасти. Сегодня хочется поделиться радостью. Пусть на фоне боли, но радостью. Наши инвалиды. Ластик. Айна. Малышка Стелла.
2 месяца мы делали им массажи, делали уколы, разминали как могли. И наши дети поднялись. У Айны лапка опускается вниз, а раньше была плотно прижата к животу. Ластик, он уже опирается на лапку, ходит зигзагами, но все же опирается на лапку. Это большое достижение, друзья. Стелла, малышка Стелла, у нее защемлен нерв. И мы очень надеемся, что однажды все-таки она встанет как следует на лапы. А пока она прыгает задними лапками, как зайчонок. Передними переставляют, а задние вместе. Ребята, это наша боль. И в то же время наша радость. Я благодарю вас за то, что вы помогаете нам. И что у нас была возможность помочь этим детям. Но им необходимо продолжать лечение дальше. А у нас тяжелое положение. Тяжелое, друзья, потому что приют большой. А помощь у нас только вы. Ваша доброта, ваше милосердие. Вы, друзья. И я прошу вас, мои хорошие. Отзовитесь, пожалуйста. Знакомые и незнакомые. Отзовитесь все те, в ком горит искра добра. Спасибо вам, люди, за все, что вы делаете для бездомных животных. Спасибо.